Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем доставать нашего соседа. Так, я хочу пройти сегодня банный день на 9 медалек и футбольные баталии тоже на 8 медалек, и потом будем переходить уже к следующим заданиям. Ну что же, давай начнем с банного дня. Ну что, Вуди наш готов. Отлично, и начнем с тобой с комода. Что у нас тут будет? Угу. Черная вакса, клей и фломастер. Фломастер применяем сюда, на портрет мамаши. И спасибо, друзья, вам за подсказки. Теперь я знаю, куда мне надо применять вот эту вот черную ваксу. А применять мы ее будем на полотенце. Так, туалетная бумага, давай быстрее засоряем это все дело. Забираем с тобой мыло. Так, ваксу, ты будешь мне... Чтоб... Короче, я не успею, ребята. Он уже идет в ванну. Ну! Фу, вовремя. Так, клей мы с тобой применяем на книгу. Так, это мы знаем, что он будет там делать. Слушай, с этими конфетками тоже что-то нужно же сделать. Что-то там подменить, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Так, ладно, мыло мы с тобой ставим сюда, в эту лужу. Так, туалет, он увидел, что у него засоренный. Так, а здесь нам нужна, ребята, бутылка. Вот она. В холодильнике забираем, что, яйцо, по-моему, должно быть. Яйцо, естественно, сразу же в микроволновку бросаем. Окей. Так, что у нас тут еще должно быть? Так, он пошел читать книгу, естественно, книга там склеенная, поэтому опять он будет там психовать. Так, а мы с тобой... Да. А мы с тобой пока берем ваксу и применяем на полотенце. Чтобы он потом, после того, как помоется, вытерся этим полотенцем и стал грязным. А тут у нас что? Ага, вот эти шарики, ребята, мы с вами подменим. Кстати, волосин, его нужно тоже бросить в ванну. Шикарно. Так. Опять пошел, да, чистить микроволновку. Ой-ой-ой, подожди, Вуди. Мы с тобой забыли кое-что сделать. Набрать воды, конечно же. Так тебе и надо. Да, мы с тобой набрали воды. Ну и остается лишь поменять шарики. Вот сюда. Стоп. Раз, два, три, четыре. Четыре шутки еще у нас должно быть. Эту воду мы с тобой, естественно, бросим сюда, да? Хе-хе-хе. Давай-ка в миксер. Отлично. Так, он уходит в ванну. Сейчас будет принимать душ. А мы с тобой пока спрячемся. Сейчас такой образец, смотри, волосин-то. Эй, дурик. Сейчас полотенцем еще и вытерется. Чумазый. Ой, ребята. Издеваемся над ним как только можем. Прячься в шкаф. Успели, ё-моё. Ну что, остается лишь шарики эти на зубок попробовать и его пудинг, который он там готовит. Ты смотри, какие он нам картинки-то смотрит, а? Жучара, типа книжку читает, ага. Ну все, может, хватит уже, а? Сейчас зубы сломает себе. Слушай, подожди, а почему он побежал в туалет? Интересно, это, наверное, знаешь, какие шарики, ребята? Это против моли, нафталиновые. Ладно, предположим. Остается одна шутка, один прикол. Это касательно именно бутылки, ребят. Сейчас он тут приготовит себе и еды. И я тебе скажу, мы пройдем идеально с тобой. Так, давай, соседушка, быстрее. Ага. Приятного аппетита. Ну, а мы с вами переходим на следующий уровень, ребята, и будем его также идеально проходить. Все тут вспенилось. Отлично. Вуди наш доволен. Ну и, соответственно, я тоже очень доволен. Так, и нам нужно пройти вот это вот, футбольные баталии. Что мы с тобой здесь тогда не сделали? Ты помнишь?
Здесь, по-моему, у нас шар для боулинга. Да. Так, забираем. Тут у нас что? Фломастер. Ну, фломастер сразу же, ребят, применяем на картину. На картину. Так, секунду. Так, он там орет пока. Здесь что у нас? Куда он пошел? А, цветочек поливать. Фломастером мы еще вот здесь вот с тобой зачирикаем ему, да? И что-то у нас, по-моему, связано. Да, понятно. Телефон мы с тобой взяли, да? По поводу телефона я, если честно говоря, не особо помню, что нам нужно сделать. Так, тут яйцо. Яйцо и сыр. Ну, яйцо, понятное дело, мы с тобой сюда ложим. Ага. Куда он там идет играть, да, на нотах? Все у него не получается. Так, мы в комоде уже заглядывали? Угу, заглядывали. А что с этими цветочками? Сыр, конечно же сыр, ребят, я вспомнил. Зловонный запах. Окей. Так, давай возьмем туалетные бумаги. Засорим с тобой толчок. Заберем мыло. У нас что-то здесь в аптечке, по-моему. А, нету ничего. Ладно, предположим. Значит так, боулинг, фломастер и телефон. Раз, два, три, четыре, пять. Пять шуток еще должно быть у нас. Так, телефон, если я, например, позвоню, он побежит, по-моему, сюда, да? Ломанется. Это мы уже видели. В холодильнике пусто. Мыло, конечно же, мыло, ребят. Так. Теперь нам нужно с тобой дождаться футбольного мяча. А как же мне сделать-то так? Успеть. Куда он идет? Цветочки, да? Ага, починить решил вдруг. Хорошо, пошел музыка заниматься. У нас с тобой еще три шутки. Мыло, раз. Футбольный мячик, это два. Так, давай сейчас. Это нужно очень быстро, ребята, сделать. Блин, Вуди. А как же мне так сделать? Упал. Он упал. Я, кажется, вспомнил, как нам это нужно. Подожди секунду. Нам применять телефон нужно именно вот сюда, так? Я фломастер, кстати, применял? Не применял. Или применял, я уже не помню. Воу-воу-воу-воу, он идет цветы нюхать. Он идет нюхать цветы. Ну, попробуем позвонить. Ага. Это еще один прикол, да, получается? Остается всего лишь одна шутка, и она связана именно с футбольным мячом. С футбольным мячом. А как же мне сделать? Если он, например, пойдет сюда. Будет играть. А я, например, так сделаю. Успел? Успел, ребята. Ну что же. Так ему и надо. Все, друзья мои, идеальное у нас прохождение. Мы все медальки с тобой получили. И, значит, мы переходим с тобой на следующую главу. Да-да, Вуди. Вот так оно и получается. Ну что ж, продолжаем. Тут все идеально. 40 медалек мы получили и идем вот сюда. Так, утренняя гимнастика. Мастер-ломастер. Все на борт. Так, искусство требует жертв. Солнечное утро. Давай начнем, наверное, пикник на балконе. Тут нам нужно получить с тобой 7 медалек. Снова здорово. Толстяк убрел наверх, оставив полный холодильник еды. Угли шипят, сосед поглощает один сочный кусок мяса за другим, запивая стаканчиком винца. Вот это пир.
Правда, он совсем забыл про Вуди, а у того уже пара горячих пакостей наготове. Ну что же, мы с тобой прибыли к соседу. Пикник на балконе. Давай-ка, Вуди, начнем потихоньку с тобой тут баловать. Ну, во-первых, комод. Посмотрим, что у нас тут. Хомут выдержит высокое давление. Понятно. Так, телефон не работает. Фломастера у нас с тобой нету, чтобы портрет закрасить. Так, доска для записок. Что у нас тут? А у нас тут кнопки. Как бы не уколоться. Понятно, куда он идет. Пивасик, что ли, решил хлебнуть? О, тут три этажа. Вот он, пивасик лежит. Вот. Так, ладно. Мы с тобой зайдем в ванну. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, аптечка. Туалетной бумаги нету. Что это такое? Подкормка для цветов. Пригодится, если хотите что-нибудь вырастить. Больше я здесь взять ничего не могу. Туалетной бумаги нет, поэтому толчок засорить я не смогу. Так, он пошел кушать. И куда ты пойдешь кушать? Ага, вот стейк здесь, да? Будет лопать. А после этого ты куда хочешь пойти? А, выпить винца. Предположим. И... ага, очередной стейк готовит. Сейчас он пошел, ребята, опять за пивасиком. А мы с вами посмотрим, что у нас на кухне есть. Так, ведро помойное давай посмотрим. Так, тихо, что это у нас тут? Банан, яйцо? Яйцо, банан, что нам надо? Ну, банан, наверное, да, банан. Да что ты? Да, банан, ребята. Так, что у нас тут в холодильнике есть? Это что такое? Уксус. Не для приема внутрь. Банан, я думаю, наверное... банан. А что это ты делаешь? Вуди. А как ты так тихонечко сейчас сделал? Слушай, я не... а как он на цыпочках сейчас проходил? Ах, вот. А я не знал, ребят, что он может на цыпочках здесь еще ходить. А зачем ему это нужно? Фиг его знает. Ага, подскользнулся, дурила. То-то и оно. Так, ну что, куда нам с тобой тогда идти? Сейчас посмотрим, куда он пойдет. Нам нужно подняться наверх, судя по всему. Кровать у него, конечно, тут вообще просела капитально. Он все со своими стейками здесь, да, возится. Ладно, предположим. Пошел опять пивасик свой сосать. Так, нам надо как-то тоже попадать сюда наверх. Блин, как бы сюда вот пакость будем какую-нибудь, а, сделать, ребята. Ну-ка, давай-ка попробуем. Так, что там? Что? 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 Блин! Ёпрасоте! Ребята, попугай Кеша меня запалил. Он начал орать, и этот прибежал. Ты понял? Слушай, а как... я, кажется, понял, для чего нам нужно с тобой... тихая, ну, тихая ходьба, краса. Он слышит шаги и поэтому просыпается. Наверное, так. Давай проверим. Давай мы с тобой проверим как-нибудь это дело. Предположим, я здесь. Так, я могу... что-нибудь ему... опа. Вот это я ему навредил. Я ему уксуса, ребята, подлил. В стаканчик вина. Ты прикинь? Так, у нас в холодильнике все взято? Все взято. Так, подожди, когда мы уйдем отсюда, потому что я не знаю, какая у него там реакция будет, что он сейчас там будет делать. Стейк-то он, конечно, съест. А вот насчет винишка я сомневаюсь. Ага. Ах, как его пробрало-то, а, друзья мои. Так, он пошел за стейком. Слушай, у нас с тобой есть время. Давай потихоньку, Так, друзья мои, обучение. Ох, мы бы влипли, если бы всем иногда не нужно было бы вздремнуть. Надо двигаться тихо, чтобы никого не разбудить. Крадитесь, используя правую кнопку мыши. Вот, я об этом тебе и говорил.
Я успел, ребят, не надо. Прячься давай. Сосед. Да, он пошел пивасик опять свой пить. Вот он на балконе здесь у него стоит. Огнетушитель. Слушай, а... вот, наверное, хомут нам нужен именно сюда. Также у нас тут, ребята, есть полочка. Мы посмотрим, что в ней. Так, он стейк зарядил, да? Следующий. На обжарку поставил. Так, ты давай, сосед, валяй отсюда. Почему-то эти, ребята, комнаты закрыты, а? На замке. Так, он ушел. Давай посмотрим, что у нас тут лежит. Сандалии. У этой обуви скабрезный вид. Что значит скабрезный вид? Так, хомут. Да, хомут сюда. Натянули. Так, спирт для растирания. Огнеопасно. Слушай, если это, ребята, вот так вот. Это розжиг у нас оказывается, а не пиво. Воу-воу-воу-воу. Вуди. Сматывайся, он идет наверх. Твою ж налево, блин, хорошо, что я успел посмотреть. Слушай, а куда вот эти вот сандалии-то нужны, а? Так, сейчас он розжиг этот. Ага. Кто-то я, ну... А, он еще и огнетушитель берет. Отлично. Затушил все-таки, да? Так, у нас с тобой еще есть подкормка для цветов. Он, кстати, видишь, что делает? Удобряет свое растение. Значит, мы с тобой что сделаем? Подольем сюда вот это, наверное, подкормку, да, для цветов. Как раз будет в тему. Пускай он уходит. Ушел? Ушел. Ну-ка. Пойдет такое дело? Да, ребята. Самое то, что нужно. Что нам делать с тапками? Да, с тапками я не знаю, что нам делать. Может быть, на коврик? А кнопки? Кнопки... Подожди, а куда тогда я могу кнопки, ребята, вот эти вот положить? Может быть, на стул? Скорее всего, на стул. Когда он ест стейк, ребята, он же садится. Сейчас попробуем. Пускай сосед идет, пока там делает свои дела. Побежали, Вуди. Так, поливает. На! Все, я понял, ребята. В плане? Какого фига меня этот хмыреныш зал... Так, Вуди, давай-ка мы с тобой спрячемся от греха подальше. Этот сейчас будет бегать, сосед. Кипиш тут наводить только везде. Я одного не могу понять. Куда нам с тобой тапки деть? Кнопки я сейчас попробую на стул положить. А вот с тапками... Такие же, как, в принципе, у соседа, да, на ногах. Такие же тапки, абсолютно. Но он их, насколько я помню, не снимает. Чтобы можно было бы, ну, поменять. Ха. Вот так вот теперь, что хочешь, то и думай. Так, он пошел опять готовить стейк. Готовить стейк и пошел опять наверх. Разжигать свои уголечки. Ну, а вот, ребята, у нас момент с вами. Мы сейчас как раз попробуем кнопки ему поставить. Давай, только здесь нужно сделать очень тихо это все. Да какого же лешего-то, я не могу понять. Че он... Как такое может быть? Я ничего, ребята, не делал, вообще ничего не делал. Он сразу палит. Какого лешего-то, блин. Трындец, конечно. Совсем оборзел этот попугай, если честно. Ну все, все, сосед, вали. Там, я не знаю, своим этим мангалом занимайся. Может быть, зайти надо сюда тоже тихонько? Давай проверим, если вот, например, тихонечко буду заходить. Ага, вот оно что, понял я. Надо, оказывается, тихонечко тоже заходить. Ну-ка. Да, ребята, кнопки я поставил. Но вот с тапками что делать? Не пойму. Слушай, ну давай мы с тобой так поступим. Сейчас у нас все равно здесь
будет определенное количество медалей, и мы с тобой этот уровень прошли. Ага. Пускай не идеально, но я надеюсь, вы мне подскажете, куда нужны эти тапки. У меня даже, ребята, в голове никаких нет фантазий, чтобы куда-то эти тапки применить. Ладно, давай покидать этот дом. С тапками, конечно, как-то не особо хорошо получилось. Ну что, продолжаем. Так, у нас здесь с тобой все на борт. Всего лишь 4 медальки нужно, а что так мало? Нет, давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой солнечное утро. Ласковое солнышко так и манит искупаться в его лучах. Едва почистив зубы, сосед устраивается в шезлонге на лоджии. Фиалка Сьюзи вот-вот засохнет от жары, а значит, у Вуди есть чудесная возможность попортить соседушке кровь. Так, ну что, Вуди пришел домой к соседу. Начинаем, как обычно, с комода, ребята. Что у нас тут? Грязная обувная щетка. Ой-ой-ой-ой, он идет в ванну, ребята, и, видимо, зубы чистить. Так, ладно. Мы, кстати, вот эту щетку, наверное, можем поменять, да? Скорее всего, так и надо делать. Так, здесь мы с тобой забираем. Блин, да быстрее. Чего он так быстро двигается-то, а? Куда он пошел? А, кофе. Кофе у нас на кухне. Значит, сейчас он будет делать себе кофеек. А мы с тобой зайдем в ванну. Мы с тобой зайдем в ванну для того, чтобы поменять зубную щетку. Надеюсь, это правильное решение, да? Слушай, аптечка. А почему аптечка закрыта? Почему аптечка закрыта на замок? Или так и должно быть? Ну, наверное, так и должно быть, как вот эти двери все закрыты. Так, тут опять этот паршивый попугай. Слушай, а я, наверное, на кухню пойду. Посмотрим, что у нас здесь на кухне есть. Тут ведро. Давай посмотрим, что в ведре спрятано. Ну, бери. А, тут, наверное, банан, да? Тоже надо. Банан, все правильно. Так, он идет поливать свой цветок. Надеюсь, не через кухню он пойдет его поливать. Нет, слава богу, не через кухню. Так, что у нас? Это что такое? Мед. Пчелы очень любят мед. Пчелы. Так, тихо, Вуди. Так, он пошел за лейкой. Значит так, банан, скорее всего, мы с тобой сюда поставим. Окей. С этой кофемолкой тоже можно что-то сделать. Давай попробуем прокрасться. А что он там будет делать сейчас? Оу! Он решил кофейку. Что-то он как-то быстро. Хоп-хоп, и пошел опять за кофе. Я не знаю, правда, куда он пойдет. Слушай, а может быть нам полить вот этот цветочек? А давай попробуем. Медом. Нет, да? Говорит, не надо так делать. Давай иди пей кофе там, елки-палки. А мы с тобой пойдем пока наверх. Попробуем, посмотрим, что там у нас есть. Вуди, давай быстрее, ты как-то вот двигаешься. Так, он кофе там заварил себе. Так, идет, ребята, наш шезлонг загорать. Ключ. Слушай, этот ключ, по-моему, у нас... А, так я могу открыть аптечку в ванне? А это что такое у нас лежит здесь? Непонятно. Так, вот лейка. В лейку, наверное, что-то нужно налить. Тут еще, смотрите, у него крем для загара. Как он быстро загорает, а? Моментально. И лейку забирает, да? Лейку забирает для того, чтобы полить вот эту цветочек. Так, а мы с тобой вот это вот сейчас заберем. Надеюсь, что это такое вообще. А, крупицы грунта, очень мелкие крупицы, будто молотый кофе. Понятно, намек нам такой дали, да? Тихо, по-моему, сюда вот надо. Ага. Так, ребята, он пошел лейку выкладывать обратно. Да ты прячешься, говорю, Вуди. Слушай, мы эту лейку, интересно, пчелы очень любят мед. Пчелы очень любят мед. То есть лейку он просто поставит и уйдет отсюда, верно?
Верно. Значит, что-то надо делать с этой лейкой. Вопрос, что? Так, он пошел пока кофе, ребята, варганить. Может быть... Нет, мед не пойдет, да? А, вот куда мед, ребята. Лосьон для загара. Значит так, у нас с тобой мелкие крупинки, будто молотый кофе. Это, я так понимаю, в кофемолку нам нужно будет с тобой, да, засунуть. Плюс ключик. Это у нас от ванны. Так, сейчас он пойдет у нас тут, ну, якобы загорать. Ну, загорать у него не получится, потому что мы ему уже навредим здесь. Давай, Вуди, быстренько. Ага. Так, пока он там чинит, мы с тобой... Ну, Вуди, давай быстрее. Куда он идет? Он идет, ребята, поливать. Поливать свой цветок. А мы сейчас вот момент в кофемолку засунем вот этот вот грунт. Вот таким вот образом. Даже до краев насыпали. Так, потом он куда пойдет-то, я уже не помню. А, он пойдет за лейкой. Все, я понял. Он пойдет за лейкой, а мы с тобой пойдем вскроем аптечку. Вскроем аптечку. И посмотрим, что у нас тут лежит. Яд от сорняков растворяется в воде. Ага, все, я понял. Это в лейку нужно будет, да, друзья мои? Это нужно будет в лейку. Так, сейчас он пойдет кофеек пить. А мы с тобой в этот момент пойдем наверх. Да. Давай, потихоньку, Вуди, потихоньку. Давай сюда иди. Сейчас он попьет кофейку. С песочком. А что, мы зубную щетку... А, он еще до сих пор, ребята, зубы не чистил. Сейчас ему еще будет один прикол. Так, а мы с тобой... Черные. Так, давай быстрее, быстрее. Вуди! Все. Слушай, а сколько еще у нас шуток? Ну, вот это вот, да? То есть он возьмет. Ну и, как мы понимаем, он польет, да? У нас больше с тобой никаких предметов нету. В холодильнике, по-моему... А я, кстати, в холодильнике заглядывал или нет? Вот этого я не помню. Так, он пойдет сейчас загорать. Нам надо будет дождаться, когда он возьмет эту лейку. Остается только холодильник у меня. Больше, ребят, я не знаю, что еще тут можно сделать. Пакет этот, показывает, взять можно. Да ну, это бред. Что нам в этом пакете? Хотя, кто его знает? Да-да-да. Да, Вуди, прячься. Так, он взял лейку. Он пошел поливать этот цветок. То есть я сейчас проверю холодильник. Если там ничего нету, все, ребят, я больше не знаю, что тут можно еще сделать. Так, выходи. Сейчас мы посмотрим, он польет. Упс, он на кухню идет, да? Он идет на кухню, ребята. Так, а мы с тобой тогда потихонечку. В комоде мы все взяли. Слушай, да я же, по-моему, тут все взял. В ведре мы нашли что-то и... Давай, давай, уходи отсюда, соседушка. Сейчас проверим. А, все. Все, друзья мои, а больше я не знаю, что тут еще делать. Вот, что-то здесь, ребята, смотрите. Так, он пошел поливать цветы. Он пошел поливать цветы. Так, ладно, пока он будет поливать, мы с тобой быстренько переберемся. Ну, Вуди, давай ты не тормози, ё-моё.
Что там такое интересно с краю, а? Че он там? Блин, он опять идет сюда. Да чтоб тебя разорвал, Антошек. Как он быстро передвигается, а? Я эту миссию выполняю уже 10 минут, ё-моё. Нет, ну конечно, если ты сотый раз бы в нее играл бы, ты бы уже знал бы, как, куда и что. Вот это вот, что такое? Что это висит? Я не могу понять. Я надеюсь, это мне понадобится, пригодится. Если даже пригодится, то куда? Это гирлянда или что это такое, не пойму. Так, пускай он идет там пить кофе. Так, выходим, Вуди. Что это такое? Ну, ты объясни мне. Вот оно что. Я-то думал, что вот висит. А это, оказывается, мы просто с тобой зонтик убрали, да? То есть он сейчас сгорит. Он как раз идет загорать. Давай, давай, соседушка, иди. И мы с тобой пройдем этот уровень на фулл медальки. Типа, да, не видит. Ну, смотри, даже ходит с закрытыми глазами. Он спит еще, на самом деле. Он еще просто спит. И улей у него здесь над головой висит. Так. Ага. Я думал, что он использовал уже здесь. Нет, ребята, не использовал. Да, мы прошли с тобой. Намазался, называется, да? Медом. Ну что же, Оскара получили, Оскара получили. Здесь получили. А, так подожди, это не то. У нас с тобой вот здесь. Так, ну что, давай, наверное, с тобой по-быстренькому попробуем еще пройти. Искусство требует жертв. К 8 марта наш сынуля решил сделать маменький незабываемый подарок. Может подарить ей фотопортрет ее драгоценного мальчика или картину, высечь статую маменьки в полный рост или смастерить для нее вазочку. Размышления соседа сопровождаются страшным грохотом. Придется Вуди внести свою лепту. Отлично, сейчас мы будем. Нифига у него там на кухне. В серии «Искусство требует жертв». Так, ну что, начинаем с комода, как всегда. Что там? Гаечный ключ для станков и моторов. Как он там ходит-то? Где он вообще, этот сосед-то? Так, пойдет, значит. Так, давай возьмем с собой кнопки. После этого куда он пойдет? Скульптуру. Да, что-то с ней будет связано. Слушай, дай-ка я пока посижу. Мне надо понять, что он будет делать. После этого он идет куда? Наверх? И, у него там и картина. В общем, он и картину, и скульптуру делает, и вазочку, и все-все-все подряд. За все, так сказать, схватился, да? Что мы тут с собой нашли? Ух ты. Так, ножницы. Режь хоть металл, хоть бумагу. Это у нас что такое? Растворитель. Помогает избавиться от пятен краски. Я понял, друзья мои, для чего нам это все нужно. Так, ножницы, скорее всего, для картины. Хотя нет, ножницы. Блин. Вот куда нам ножницы нужны? Кажется, для картины. Так, ладно, мы с тобой сейчас. Он после этого идет, по-моему, скульптуру делать, да? После скульптуры он идет рисовать. Да, картину. Тихо, давай, пошли. Сейчас я гляну, что у нас тут в ведре в помойном лежит. Банан, да, надо? Понял. Так, что же можно здесь, ребята? Ага, ключ, скорее всего, вот сюда применять надо. Отлично. Навредили ему маленько. Так, что-то... А, подожди-ка, может быть, вот тут мы еще банан с собой поставим? Нормуль. Так, он идет к фотоаппарату. А, он позирует. Совсем брякнулся соседушка. Совсем. Так, он сейчас пойдет глину, да, там месить. Ну, а мы с тобой в этот момент... Ага. А мы с тобой в этот момент... Ну, это понятно. Переходим на другой этаж. На другой этаж. Так, и вот здесь надо уже подумать, что делать.
Дурила. Что это мы с тобой нашли? Так. Горка магния. Если поджечь горку магния, будет ослепительная вспышка. Слушай, это случайно не фотоаппарат ли надо? Точно. Так, он идет скульптурку, да? Делать. Так, после скульптуры он пойдет картину делать. После картины пойдет позировать. Кстати, я шкафчик-то, по-моему, не посмотрел. Так, сейчас он пойдет картину рисовать. Слушай, а где он садится, чтобы... А, вот куда нужно было кнопки-то применить, ребята, точно. Ладно, успеем это сделать с тобой. Смотри, как голубь привязанный. А с какого переп... А, он позирует с него, да? Вот он издевается, а, гаденыш. На тебе! Получил свое? Да-да-да-да-да, злись, злись. Ну все, уходи отсюда. Уходи отсюда. Так, а мы пойдем с тобой сюда. Посмотрим. Так, во-первых, растворитель. Ага. А ножницами мы, наверное, вот здесь вот освобождаем птичку. Да, да, вот так-то оно будет лучше. Кнопки. Кнопки, ну мы уже знаем, куда кнопки применять. Мы будем их вот сюда, на табуретку. А что интересно вот с этой... статуи делать, а? Может быть, что-то здесь взять надо еще? Да как бы ничего вроде бы и не взять. Так, давай-ка мы с тобой будем уходить. Да-да-да-да-да, злиться, злиться, ребята. Птички-то нету. Кнопки не сюда? Блин, запалились. Хотя, подожди-ка. Давай вот так вот сделаем. Все, побежал, побежал, побежал. А мы с тобой прятаться, говорю, блин. Стоит там. Да, друзья мои, очень интересно. А что же нам тогда здесь еще сделать можно? Ну, он сядет на кнопке, это понятно. Сядет же. Так, пошел опять к фотоаппарату. Ну, понимаешь, здесь больше ничего нету. С этой статуей должен быть какой-то прикол, мне кажется. Ладно, мы с тобой выполним сейчас вот это задание последнее, ребята. Где он сядет на стул с кнопками. И, в принципе, можно будет покинуть этот дом. Но мне, конечно, хотелось бы, ребята, узнать, что, может быть, все-таки... Не пойму. Так, вот он, ребята, укололся. Злой, злой становится, да-да-да. Так, он сейчас куда пойдет? Так, он пойдет, ребята, у нас сюда, потом пойдет статую, естественно, делать. Ну, последний вариант это проверить вот здесь, друзья мои. Больше никаких вариантов нету. Пошел на свою картину рисовать. Ну, Вуди, ё-моё, ну, я офигею. Давай, 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 Вуди, ну, быстрее. Так, прячемся под кровать, короче. Успел я. И проверим. Если, ребят, здесь ничего не поменяется, я не знаю, где последний прикол может быть. Сейчас посмотрим. Если здесь ничего нету, то все. Так, проверка. Угу, понятно. Нет, ребята, здесь ничего нету. Абсолютно ничего нету. Ни картину, здесь я тоже ничего взять не могу. Слушай, это очень странно. Очень странно, блин, я, честно говоря, думал, что мы можем что-то с тобой сделать с этой статуей. Абсолютно ничего. Получается, да? Ну что, тогда будем с тобой... покидать этот дом.
Друзья мои, ну а вы, естественно, пишите в комментариях, где же все-таки... Давай, 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 давай. Где же все-таки этот прикол, которого я так и не нашел? Вуди, ты будешь уходить-то? Вот тупит, просто тупит по-черному, ребят. Не хочет выходить. Очень интересно. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда на этой ноточке мы с вами закончим сегодняшнюю серию. Обязательно продолжим в следующий раз. Ну, а вы мне подскажите, где вот здесь я пропустил прикольчик. И вот здесь. Мне просто самому интересно, что же я там не доделал. Так что всем пока и до скорого. Удачи вам!